Miss Music of Russia, Капура. Находимся мы в старинной петербургской квартире, в центре Петербурга, где живет Юра Берендюков и Марина Капура. То есть вот творческий идеологический центр группы «Яблоко», группы, которая является гордостью и радостью нашего города. Ваша группа одна из немногих, а может быть даже единственная, которая несет в чистоте, вот неколебимо несет в чистоте тот жанр, которым она занимается. И я думаю, что достоинство и тяжесть этого находится на плечах и на сердце Юрия Берендюкова. Одно дело хотеть делать так, а другое дело иметь того человека рядом, с которым это возможно. Потому что я, допустим, хочу, но у меня нет такого человека, который может воплотить вот то, что, о чем более ты говорила. А в данном случае есть. Вокруг нас уже были всегда музыканты, и вот Юра Берендюков, это был один тоже из окружения нашего музыкального. Ну, в основном, конечно, у нас были молодые в основном музыканты, а тут вот такой уже зрелый музыкант Юрий Берендюков, который своей теорией просто нас всех покорил совершенно своими знаниями энциклопедическими. Ну и, конечно же, он нам много очень... Дал слушать много нового, того, чего мы тогда еще не слышали. Это и народную американскую музыку, это Линда Ронсет, Флитвуд Мэк, и разные другие группы, и тоже русскую народную музыку, которую мы тоже тогда не слышали, вот именно старинную музыку. Вот это «Заря моя вечерняя», вот спой. Заря ж моя вечерняя, заря ж моя вечерняя, чего ж она спотухала, чего ж она спотухала. Жена ж моя обручальная, жена ж моя обручальная, чего ж она спать-ки легла, чего ж она спать-ки легла. Меня молодца не дождала, меня молодца не дождала. Русская музыка неисчерпаема на самом деле. Что такое русская песня? Так нельзя сказать даже, русская песня народная. Такого понятия даже нет. Можно только сказать, русская народная песня Брянской области такого-то района. Вот можно как сказать. А сказать, что русская песня, даже нельзя. Настолько многообразная. Нет русского костюма, нет русской песни. Есть вот разные традиции, локальные, казалось бы, районы, крестьянские. А вот когда появляется общерусская песня, вот это же не случайно появляется на позднем этапе развития, уже когда... капитализм, потому что крестьяне с разных областей попадают в фабричные вместе, и им нужен какой-то общерусский материал, которым, потому что у каждого своя локальная традиция. И они друг друга не понимают, а им нужно что-то петь вместе. И вот появляется песня «По Дону гуляет казак молодой», «Миленький ты мой», «По диким степям Забайкалья» и так далее. Вот те самые общерусские песни, уже городской традиции, о которых мы с вами уже говорили. И уже мышление совершенно другое. Уже исчезает полифония подголосочная, что является цветом и гордостью русской музыки на самом деле. И вот появляется совершенно как бы другая русская музыка. И вот именно она осталась в памяти народа сейчас, вот современного народа. По диким степям Забайкалья, где золото роют гора, бродяга судьбу проклиная, с умой на плечах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах, бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал, идти дальше нет уже мочи, пред ним идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет,
давно уж в могиле, землею сырою зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит, по диким степям Забайкалья. Бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Сейчас это такой своеобразный, я бы сказал, переходный период, когда мы отошли от такой классической советской песни, которая, кстати, имеет и свои достоинства, хочу сказать сразу, и не хочу это все перечеркнуть. Да, ведь это ошельмовано совершенно. Да, потому что писали, в общем, талантливые композиторы, очень, очень профессиональные, и подчас создавали в своем роде шедевры. Вот, тем не менее, это переход вот от этого такого периода советской, одиозной, если хотите, официальной песни, к чему-то другому, а вот к чему совершенно непонятно. И сейчас я просто это вижу, как никогда сильно, в большой степени проступают вот эти традиции, что ли, скажем, искусства, которое вот в тот период было от нас как-то немножко спрятано. Я имею в виду культура ГУЛАГа, вот блатная песня, традиции блатной песни, музыкальные ее истоки, традиции, литературные и так далее. Вот сейчас все это, как ни странно, а может быть, совершенно закономерно, проступило в колоссальной степени. Несмотря ни на ультрасовременные аранжировки и совершенно технологически безупречно выполненные видеоклипы и так далее, сердцевина вот эта вот гулаговская, она настолько сильно выплеснулась на современную советскую эстраду, или российскую, если хотите. Если я правильно понимаю, эстетика тюремной песни. Да, вообще все приемы, ее манера. Я сейчас не буду даже и воспроизводить это. Это в каждой песне есть. Это просто, хоть не включай телевизор. Вот эта манера, там, какие люди в Голливуде. Знаете, просто, это язык зэков, это язык блатных. Причем просто зэков, это блатных язык. Вот все это сейчас 90% времени эфирного занимает вот такая музыка. Именно по этой причине она нас не привлекает. Именно по этой причине это искусство и те, кто несет его, не могут нести это искусство вне страны, то есть не могут продать его за рубежом, это совершенно очевидно. Это не имеет спроса. Да, это невозможно продать, потому что это не имеет аналогов в мире. Это существовало и существует только в одной отдельно взятой стране. Вот сейчас у нас. Вот это есть. Юра, но всегда ли это мало, существование чего-то в отдельно взятой стране? Я, знаешь, почему-то сейчас вспомнила, вот когда ты об этом говорил, что ну, в начале века у нас существовало такое явление в поэзии, как Сергей Есенин. Ведь он тоже исповедовал что-то вроде кабацкой и тюремной эстетики в поэзии. Вот в его «Ванне Снегиной» «Садитесь, я вам почитаю стихи про кабацкую Русь». Кабацкая Русь, тюремная Русь – это тоже одна из черточек русского. Одна из черточек. Может быть, сейчас она гипертрофированно выросла, другой вопрос. И не близка вот вам. Но это русская черта. Да, она никому не интересна, может быть, больше. Но этого достаточно, что она интересна я здесь. Я думаю, что любая национальная черта, любая, в том числе то, о чем ты говорила, интересна везде. Почему? Потому что национальное это та изюминка, это то, что отличает одну нацию от другой. В культуре, в искусстве и так далее. Марина могла пойти по другому пути, я думаю, и как человек музыкально одаренный, может быть, если ее судьба сложилась по-иному, то она занималась бы совершенно другой музыкой. И я, может быть, занимался бы совершенно другим каким-то направлением. Важно другое. Как можно раньше определиться в смысле эстетики.
Вот это вот основной вопрос. Мы слышим какие-то споры, какие-то мнения, какие-то разговоры или критические какие-то, обмен мнениями. А о вкусе. Вот вопрос, вот краеугольный камень, извечный вопрос, и вечный камень преткновения, вкус, эстетика, вот о чем идет речь. Так же, как Марина, допустим, пела «Аббу», точно так же, с точно тех же позиций она поет народную песню, и с точно тех же позиций она поет кантату Баха. Вот это главное, тогда не будет вопросов, а что это вы, Марина, вот вы поете русские песни, и вдруг вас угораздило петь на английском языке. Да не в этом дело, на каком, хоть на корейском языке. Не имеет никакого значения. Важно вот сохранение вот этой общечеловеческой позиции музыканта, так сказать, человека. Вот это главное. И тогда, к чему бы музыкант ни прикасался, это является его музыкой. Совершенное в своем роде прекрасно. Я не знаю, вот если исходить из этой теории, значит, если человек совершенно мастерски поет матерные частушки, но делает это прекрасно, блестяще, энергично, красивым голосом, с красивыми гармониями, это что, это хорошо или плохо? Ну, что касается матерных частушек... Ну, не матерные частушки, скажем. То я скажу, всегда это плохо. Всегда. Как бы они ни исполнялись. Частушки. Кстати, это, на мой взгляд, не самое лучшее, что создал русский народ. И когда говорят о русской музыке, сразу вспоминают частушки. Правильно, да. Но мы просто заговорили, что ты говоришь, что неважно, каким жанром занимается музыкант, главное, чтобы он это делал хорошо. Ну, в принципе, да. На что я ответила, не все совершенное в своем роде прекрасно. Можно совершенно исполнять матерную частушку, и это кому-то не покажется... стоящим внимания и интересным. Хотя у русского народа есть перлы, а не частушки. И да. Пушкин 4 года жизни посвятил под влиянием Баркова написанию матерных поэм и стихов, в которых эти слова, и Лермонтов тоже, в которых эти слова были завязаны таким образом, что это талантливо, прекрасно. Потом он отошел от этой темы, так что не все совершенное в своем роде прекрасно. К нашей радости... В репертуаре группы «Яблоко» оказались не только вполне цензурные, но просто великолепные, на наш взгляд, старинные частушки, бережно записанные Юрием Берендюковым в российской заброшенной деревне.
ты каждый меня, ну либо замуж ты бери, а лишь живую в гроб клади. Что время, что пора, и нет ни сожаления, ни испуга. Ну подожди, помедли до утра. Нам есть еще о чем сказать друг другу. За 15 лет нашего существования еще ни разу наше отечественное телевидение не сделало наш сольный концерт по телевизору. Никогда не показали, ни разу. Именно по этой причине многие до сих пор не очень четко себе представляют, что же такое «Яблоко», что такое «Марина Капура». Потому что только в сольном концерте можно раскрыться по-настоящему. Может быть, в этом есть какая-то справедливость Божья? Вот в широких воротах, через которые идут недостойные, и в узких, через которые идут достойные. Сказано же, путь в рай раскрыт широко, путь в ад раскрыт широко, а в рай можно войти через игольное ушко. Может быть, в этом есть какая-то справедливость? Да, мне все-таки очень хочется, чтобы вот этот самый, эти ворота широкие под названием телевидение все-таки открылись бы для альтернативного искусства. Я имею в виду под альтернативным, я не имею в виду какое-то, знаете, необычное, какое-то там авангардное, бог знает, как у нас часто понимают. У нас альтернативным искусством является нормальное, национальное, здоровое искусство, по которому давно плачем, которое давно мы все ждем, думаем, когда же, черт возьми, это появится. Не это вот уже, понимаете, ну что только у нас нет, чего только у нас нет. Супер-авангард, и там и бог знает что. Сейчас какой-то вот малой появился, там какой-то такой кавказский рэп такой уже появился. Пусть вообще такое придумают. Нет, вообще, талантливые ребята, кстати. Вот. Так хочется же нормального, просто вот национального, родного русского искусства, которое говорит своим слушателям на современном языке, которое воспевает те ценности, которые всегда были ценностями в России. Чистота, духовность, красота, женская чистота тоже вот хочется очень ее увидеть по телевизору, вот, потому что надоело это все. Вот это. Но не свойственно славянской женщине вот то,
что сейчас открытым текстом идет в эфире у нас. И не только с помощью американских каких-то каналов. Прежде всего, этим занимаемся мы сами. Наши каналы это дают. Вот такая, знаете, бедовая девчонка, эдакая, разлюли малина, вот, уже заполонила весь экран, а она, вот, честно говоря, надоела. И совершенно не обязательно женщине, вот, так сказать, раздеться и заниматься этим самым на экране, чтобы... То есть в искусстве это совершенно не обязательно дело. Достаточно спеть песню, но вот важно, как это спеть, чтобы за этим как проступила вся вот эта грязь и тина, и вся эта вот похоть, и так сказать. Грязь, тина, похоть, когда... Только спеть надо, и все. Выйти и спеть, но определенным образом. Нет, за словами «была бы только ночка, да ночка потемней», может быть, стоит гораздо больше, или «распрямись ты рожь высокая, тайну свято сохрани». Может быть, за этим стоит больше эротики? Конечно. Дело в том, что мы ведь занимаемся вот фольклором, причем и крестьянским фольклором очень давно, и там языческим фольклором. И хочу сказать, что в народном искусстве, в любом, и в русском в том числе, масса эротики, причем, ну, только здоровой. Возьмите, вот, допустим, вот, ну, я вот пример перейду, не из музыки даже, а из одежды. Вот есть головной убор русский. Вот такие, знаете, шишаки такие вот. Да. Вы знаете, что это такое на самом деле обозначает? Вот, вот, много таких вот, вот южно-русских, особенно губерниях, такая шапка у женщины, не у девушки, а у женщины одевается. Такая шапка, и на ней много таких отростков. Таких вот, как знаете, как бананчики такие. Это фалосы. Это фалосы, которые означают вот ту самую эротику, женственность и оплодотворение, которое женщина уже после того, как она стала женщиной, вот, то вот есть убор. Надевает... Да, это уже женщина. Вот все. Это языческое, еще давно. Так это же. Ну, куда, что может быть эротичнее уже, казалось бы. Но ведь это как красиво, черт побери. Вот что это здорово. И а в музыке, что. В текстах, в музыке, в этой температуре, которая в фольклоре. Ведь не только африканский фольклор эротичен, любой фольклор эротичен. Просто в Африке это, допустим, главная краска, а у славян это немножечко припрятано, но, уверяю вас, там тоже 150 градусов есть. Там в опущенных ресничках больше, да. Чем чьи-то вот. Бедра. Да? А вот такая вот кабацкая грязная похоть, которая тоже выдается, видите ли, как эротика, это совсем не эротика, это вот... Другого свойства. Да еще и репербану можно 100 очков дать. Вперед. Хотя мы говорим, что да, американцы тоже борются за чистоту отношений, за там семью и так далее. Но поскольку у них они все проходят первый раз в жизни, все то, что другие нации уже давно, к чему уже давно пришли, там 300 лет назад, они это проходят в первый раз. Они на собственном опыте. Но нам-то не обязательно с ними все это тоже проходить по новой. Нам это не нужно. Но нам пытается, кстати, тоже. Почему? Ну, потому что все американское – это современное. И все, что происходит там, нами, вот постсоветскими людьми, воспринималось, воспринимается как достижение современного человека, современного мира. Это во всем. Да. Это глубочайшее заблуждение. Далеко не все, не все те, у кого толстый кошелек, являются законодателями во всех сферах человеческой деятельности и культуры. Это не так. Вот, в том числе и то, что вот пропагандируется под видом современной американской женщины. Вот, пожалуйста, я иногда с удивлением и с, не знаю еще с чем, наблюдаю это, как его, шестой канал, «Без тени смущения» программа есть. Да, вот есть такая программа, в которой взрослые люди, американцы и американки, друг перед другом сидячи, рассказывают друг другу, как они... занимаются любовью, или что они делают там с женой, с мужем, или с любовниками, с любовницами, и каким образом это у них происходит, и как надо, вот, давайте советоваться, как мы будем друг другу вот это делать. И это делается правильно, программа называется «Без тени смущения». Но это совершенно не свойственно славянскому менталитету. У нас, у славян, это не для всех. Это... Но на Ивана Купала это то... было для всех. Да, но это совсем другое. Это совсем. Потом Иван Купала – это все-таки языческий обряд. Во время язычества твои предки на Ивана Купала проявляли себя в этом смысле тоже без тени смущения? Мне кажется, что это неестественно совершенно. Вот так вот сидеть и рассказывать по телевидению друг другу. То есть это дикость какая-то. Мария, а через костер голышом прыгать? А народные обряды, наверное, имеют какой-то другой смысл, мне кажется. Или есть какая-то другая?
Россия. Россия. Богатейшая, я не знаю, кладовая, духовная и нравственная, и талантов. Хоть этот народ так истязали, что вообще казалось бы, но на самом деле ничего подобного. Все это еще есть, и масса талантов. Ну, как говорится, где они? Но вот такая вот ненормальная ситуация, на мой взгляд, привела к тому, что многих талантливых людей, десятки, сотни, там, не знаю, мы просто не знаем с вами. И, может быть, никогда не узнаем. Расскажи же нам о них. Вот. И я мало кого знаю. Ну, допустим, вот я часто в Москве спрашиваю самых, так сказать, своих там даже вот друзей, которые занимаются музыкальным бизнесом, и телевизионщиков и так далее. Ну вот у вас в Москве живет такой композитор, музыкант Борис Базуров. Глаза на лоб. Мы ведь не знаем такого человека. В то же время могу сказать, вот, ну вот представьте себе, да, вот, допустим, вот я очень, очень люблю Питера Габриэля, вот музыкант, который, на мой взгляд, является, ну, одним из, достиг одной из вершин, наверное, поп-музыки, скажем так. И тот, кто его знает, не нуждается в комментариях еще лишний раз. Вот, допустим, Боря Базуров, он примерно то же самое делает на основе русской средневековой музыки, то, что делает Питер Габриэль в Англии. Ну, простите, но кто знает этого Борю Базурова? Ну, я знаю. Вот Марина знает. Вот, он записал несколько пластинок, он бывал за рубежом. Но вы понимаете, эта музыка сейчас не востребована. Не востребована. Почему? Потому что она имеет вот эти вот глубокие национальные корни. Где-то вот примерно средневековая музыка, вот эти пласты. То есть наиболее интересные музыкально, наиболее отражающие дух народа, наиболее применимые к рок-музыке, потому что рок-музыка имеет средневековые корни, на самом деле, английская во всяком случае. И по этой, вот по этим причинам он оказывается совершенно невостребованным. Ну и куда ни ткнись, вот я ему иногда звоню, Боря, как? Ну как дела? Жив? Жив. Что делаете? Ну вот что-то записываем. Где выступаете? Нигде. В нормальной стране он бы сейчас, ну я не знаю, был бы нашей национальной гордостью, так сказать. Или одним из тех, кому мы можем сказать, да, это наша национальная гордость. Ну мы-то живем в ненормальной стране с вами, слава тебе, Господи. Перекреститесь и ждите момента, когда она станет нормальной. Я просто привел пример, я думаю, что таких людей, как Базуров, десятки, может быть, сотни, сколько прекрасных музыкантов, рожденных от Бога музыкантов, не могут найти выход вот на этот самый, на это игольное ушко, вот, которое вот надо пролезать вот туда, вот, в экран. Ну что у нас, что у нас? Должны быть телекомпании, должно быть много телекомпаний, которые должны торговать с Западом обязательно. Запад нам поможет, сказал Остап Ибрагимович. Вот. Должны делать конкурентоспособные музыкальные фильмы и программы, которые могут продаваться на Западе. Тогда они, эти телекомпании, вынуждены будут искать этих Борей Базуровых, находить их везде, вытаскивать, делать с ними программы и пытаться это продать. Только тогда это возможно. Я знаю, что хочу? При жизни еще, то есть перед смертью убедиться, что русская нация, так сказать, в культурном и духовном плане повернула от вот этого ГУЛАГа в сторону своей национальной культуры. Тогда я могу спокойно умирать уже. Я хочу верить, что в этой стране не все Лёня Голубковы. Что Лёня Голубков – это, ну, там, 30% только. А 70% – это нормальных, хороших людей. С нормальным вкусом и все. Как прекрасен мир, окинул взгляд.